Приветствую вас, дорогие зрители. Перед просмотром хотелось бы попросить вас оценить ролик и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Приятного просмотра. Президент России Владимир Путин заявил, что все задачи войны с Украиной будут решены. Прямая речь. Все задачи специальной военной операции, безусловно, будут решены. Современный мир проходит эпоху кардинальных перемен. Ломаются и дают сбои международные институты, гарантии безопасности девальвируются. Запад принципиально отказался исполнять взятые на себя ранее обязательства. Достичь с ним каких-либо новых договоренностей оказалось просто невозможно. В сложившихся ситуации, на фоне возрастающих для нас рисков и угроз, решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным. Трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым. Детали. Путин в очередной раз оправдывает нападение на Украину своим желанием отстаивать безопасность РФ и заявляет, что у него было на это право. Свое решение он называет направленным на защиту граждан РФ, жителей республик Донбасса, которые на протяжении 8 лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, получивших полное покровительство Запада. Путин заявил своим согражданам и талибам, которые приехали на форум, что Запад якобы стремился реализовать в Украине сценарий антироссии и вел активное военное освоение украинской территории. Президент РФ, где за чертой бедности находится почти 15% жителей страны, заявил, что США и Западу плевать на развитие экономики и благополучие людей в Украине. А вот для создания плацдарма НАТО на Востоке, направленного против России, денег не жалели и не жалеют. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за просмотр.